компонентам. По технике у Пушкаш... Пардон, они выиграли по технике. У них сейчас лучшая оценка за технические элементы у Пушкаша и у Герейра. Если бы судьи просто внимательно посмотрели, как они катаются, то я думаю, что они бы этого не сделали. Но им, видимо, виднее, потому что у нас всегда есть какая-то пара, которые очень сильно помогают. Но потом на эту пару никогда нельзя рассчитывать на большие свершения на чемпионатах мира и Европы. На льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Очень хочется пожелать им уверенности в их катании. Хочется пожелать уверенности в катании, да. Лидеры. Я вижу, чтобы он сделал так твизл. Что это программа, что это не просто какие-то собранные элементы.